Китель любимого мужа, выполняющего боевую задачу вдали от дома, на хрупких женских плечах. Кажется, он защищает от всех бед. Владивосток присоединился к уникальному всероссийскому фотопроекту «Жена героя». Суть проекта очень проста, но несет в себе глубокий патриотический, гражданский и духовно-нравственный смысл. Жены участников спецоперации фотографируются в форме своих мужей, тем самым показывая силу духа и верность спутниц жизни защитников Отечества. 75 участниц. 75 портретов жен, вдов, матерей, сестер и детей военнослужащих, находящихся на СВО. 75 семей, и каждая со своей историей любви, которая легко читается в этих глазах. Начало проекту дала жительница Самары Екатерина Колотовкина, супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии в Самаре. Во Владивостоке идею подхватили жены действующих военнослужащих Полина Лабазова и Анна Кузнецова. И не ожидали, какой отклик получит их задумка. Очень большое волнение, гордость и вообще нереальные чувства, такая атмосфера прям наполняет. И вроде бы как и болью, и переживаниями, но в то же время прям, да, за каждую женщину мы очень гордимся. И рады, искренне рады, да. Мы правда надеемся, что мы помогли им выразить эти чувства, эту любовь. И главное, что она дошла до адресатов. Поддержку проекту оказали администрация Владивостока, общественная организация «Восточный форпост» и волонтеры, профессиональные визажисты и дизайнеры. Самая ответственная роль досталась фотохудожнику Властелине Солопчук. Я испытываю гордость. Вот, да, я гордость испытываю за этот проект. Мы большие молодцы. Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми делятся героини. Фразы из писем мужьям. Проникновенные строки о силе духа, воли и искренней любви. Выставка «Жена героя» в зале Дома офицеров флота продлится до 25 мая.